рождения полностью. Давай. Угу. Какие волосы? Нет. Нет? Не было. Ну, во-первых, очень ответственно и почетно то, что одним из первых на Балтийском флоте вакцинировались против новой коронавирусной инфекции. Ощущения обычные, как от любой другой вакцины против других инфекционных заболеваний. Страха нет, ощущения обычные, обычный укол. Учитывая мою специальность и работу с большой вирусной нагрузкой в отделении реанимации, я реаниматолог, поэтому решила привиться.